атак Зуси. В очередной раз выполняет он угловой справа. Джонс. И удар. И 1-1. Блестящий удар Джермейна Джонса на 64-й минуте. Бету. Нет, он шелохнулся, конечно же. Он даже посмотрел в сторону мяча. Но это максимум, что мог сделать голкипер сборной Португалии в этом эпизоде. Джермейн Джонс. 64-я минута. Счет равный 1-1. И этот счет португальцев вряд ли по-настоящему устраивает. Как же здорово Джермейн Джонс попал. Впрочем, наверное, это гол логичный, учитывая о том, что во втором тайме у американцев атаки были опаснее, учитывая то, что во втором тайме американцы упустили по-настоящему супермомент. Ну и здесь португальцы не накрыли Джермейна Джонса. Сколько он работал с мячом, сколько он аккуратно себе его под удар пристраивал и целился в угол. Да, я говорил, что Джермейн Джонс не тактик, он не умеет делать проникающие тонкие передачи, но удар у него всегда был. И странно, что португальцы об этом то ли не знали, то ли забыли. Понятно, что португальцы сейчас несколько, ну скажем так, мягко обескуражены этим пропущенным мячом. Времени остается 25 минут. Нужно набирать 3 очка. Потому что давайте вернемся тогда к турнирным раскладам.